От слов к делу, Наро-Фоминск и Бобруйск уже давно связывают крепкие отношения. Это и неудивительно. Города являются побратимами. Социальные, экономические и культурные связи соединяют партнеров. Именно о культурной составляющей пойдет речь. Место встречи – гимназия «Колледж искусств». Выбор пал на это учреждение не случайно, ведь здесь настоящая кузница культурных кадров, учащиеся которой не единожды доказывали свой профессионализм на концертных площадках самого высокого уровня. Наро-фоминцы проделали немалый путь, чтобы лично ознакомиться с методами проведения занятий, что-то подчеркнуть для себя, а что-то посоветовать нам. Вы знаете, что у нас в Наро-фоминске открыто новое здание хореографической школы. И наша задача не только наполнить это здание чем-то новым, чем-то современным, чем-то интересным, но и в рамках нашей культурной связи мы хотели бы у вас, коллеги, подчеркнуть, чтобы вы с нами поделились своими наработками. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Гости посетили занятия сценической практики фольк-шоу-балета «Альянс». Воспитанники гимназии колледжа под руководством Алексея Лукашевича наглядно продемонстрировали, как проходит обучение. В репертуаре коллектива с 20-летней историей более 40 концертных номеров, современные, классические и народные. На нем мы отрабатываем какие-то кусочки современной эстрадных хореографии, которые потом вкладываем в номера. Естественно, номера потом у нас выходят на сцену. А также выделить часть номеров в народном стиле, который мы тоже показываем на сцене, на площадках города, республики, за границей. Если сказать, что гости были приятно удивлены увиденным, то это ничего не сказать. Делегация, которая в основном состоит из хореографов, на самом высоком уровне оценила подготовку и преподавание. Понравилась мне очень разогревочная, получается, часть современная. Все время хотелось встать и что-то повторить. Детки молодцы, очень трудоспособные. Видно, что педагог методично и постоянно работает, что дети в теме, что дети знают, что делают, для чего. Педагогу понимают с полуслова. Ну, здорово. Ну, все замечательно. Во-первых, красивые, молодые, задорные, сильные. Мы, хореографы, мы уже так давно не можем делать, как они. Сегодня творческие коллективы Бобруйска знают и любят Наро-Фоминске, тем же отвечают россиянам наши зрители. Поэтому в сотрудничестве именно в культурном заинтересованы обе стороны. И оно будет продолжаться и становиться более углубленным, с уверенностью говорят представители городов-побратимов. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360.